выстроились в ряд, смыкались в строгие стройные шеренги. И я не мог их отозвать назад, добавить смыслы, краски и оттенки. Я мог им дать команду разойтись, и иногда давал, и расходились. Но как я снова что-то затевал, они опять в шеренги становились. Ау! Я им был уже совсем никто. Они слагались песни строевые и уходили в мир, как будто бой. Уже для меня совсем чужие. И я хотел, да и теперь хочу, чтоб был иным настрой у этих песен. И я душою за это хлопочу, чтоб легким стиль был, но не легковесен. Понимание не сразу, но пришло, пусть не сейчас, а лет хон через 200. Чтоб откровением на землю снизошло, и мир застыл лишь на мгновение на месте, чтоб собравшись совершить прыжок, оно ведь так и будет, дайте срок. Ну а пока не подошли срока, приход их предварит моя строка. Пока еще не созданная мной, а может тем, кто путь продолжит мой. Молчанку будем играть, или поделимся информацией. Никакой Ворвались, выстраивались в ряд, смыкались строгие стройные шеренги. И я не мог их отослать назад, добавить смыслы, краски и оттенки.